сегодня у нас праздник, Вася! День города! Позажигаем, Марат! Такое сегодня будет! Хай-пай! На главной площади состоится салют и фейерверк. Слушай, как всегда, два раза пульнуты своих этих пукалок и все. Дети должны обосраться, если салюты. Вот такой салют должен быть. Один день, короче, поехали к этому кашотику. Там за город бухать на дачу. И, короче, я обсаженный выхожу во двор. Этот багажник открываю, а у меня там калаш. Три рожка зарядил. Тря-та-та! Они все попутали, отвечаю. Они думают, третья мировая началась. Знаешь, что ты несешь? Какой калаш? Милиция смотрит нашу передачу. Давай по тексту читай уже. Но вас ждет сюрприз. Впервые в Пятигорске на центральной площади поет Жанна Фриске. Что, я пошел? Куда ты пошел? Пошел на площадь. У нас эфир идет прямой, попрощайся. Слушай, Жанна Фриске выступает, потому что ты не понимаешь, что это цель всей моей жизни, блядь. А ты... Рудик, ты куда пошел? А ей операторы больше нравятся, чем... Нет, я не душу.